Это для девочки, просто для утренника? Для утренника. Она Снегурочка будет, белые мышили. Здесь эта бабочка вот здесь поставили. Обалдеть. Все вручную сделали. И вот эти стразики тоже наклеивали, да? Нет, это уже готовая ткань. Это мышили. Вот это, да, это вот все потом вручную пришивается. Да, вот эти штучки. Вот здесь вообще, ну как бы, вот как ты сказала, футболка здесь не принято носить. Здесь обязательно... Как же должно быть украшено? А, в смысле, украшено, что это между виду бланк какой-нибудь носит, да? Обязательно. Да, а вот это вот куда вот эти платья? Это кто у вас заказал? Это она невестка будет.
Невестку? Невестку? Да. Это на какой-то из дней, да? Да. Не на первый, а... Нет, просто она... Если она же замуж выходит, ей имеет 10-15 новые вот такие платья еще. И это, и это. Она каждый день вот новый-новый должна. Это все вот ей. Один я приделку сделала, вот тюбетейки вот такой. Это... Да, здесь обязательно вот в комплекте, чтобы комплект был. Да, комплект. То есть каждому платье должно, должен быть головной убор. Да, вот так. Вот, каждого своя тюбетейка должна. Это есть еще специальная доска, на которую надевается, и вот это все, вот это пришивается. Это полностью вручную сделали. А вот нет, это уже ткань. А, это ткань, готово, все, я поняла. Вот так. Все вручную шито. Шилями. Слушай, а у тебя была какая-то тоже коробка. Да. Ты здесь? Нет, душам покупила. Ассаламу алейкум. Шмоназми, трусми. И на догоному домой, чудой девку. Загомен, еще он лобусей. Они шумают. Чайка, он не тертули, а так и джарахаска. Это значит, она недавно вышла замуж. Тело там от тарак вот надо не снимать. Да, ну соли. И пою на твоем тазе, если там что-то так, то всех тарика. Нет, просто, ну говоря, невеста. Ну как бы это, ну как вот есть там теща. Ага, невеста. Ну да. Я говорю, что когда к вам невестка приходит, вы уже ее, ну, откладываете все. Да, должно все шить. Это у меня материал, и это у меня двое там. Это все остальное закатывать. Я... В Худжанте училась, в Душанбе училась. На швею, да? Да, да, да. То есть и много учились, раз вот так? Ну, училась, и у меня, вот, когда я маленькая была, я тоже самостоятельно шла. Самостоятельно, у меня это я хобби такой. Я шью. Учились. Нам надо же практику. Практику я у Умета взяла. Ага. В Душанбе вот у крутого дизайнера. Да, да, да. У Умета Кучкалиева я училась. У него я ученица. Ага, ага. Там он работал, я все увидела, видела. Здесь приду и сделаю. Ну, там очень крутые платья. Вот это. Да. А вот это Юдашкин, когда он умеет показывать в Москве была, он это... Молодец, сказал. Это парка. Нет, я все видела. Видео просто видела. Вашему учителю, да? Да, да, да. Учителю это сделал Юдашкин и этот фотку. Ага. А у меня этот учитель в другой ателье, этот новый поехал, все это мне дал. А, вот эти вот примеры. Да, да, да. Пускай говорит, теперь ты это на стену. А он работает сейчас, он дизайнер в Душанбе. Он дизайнер в Душанбе работает. Его показывают, да, много. Платья невесты заказывают, они потом их носят в обычной жизни, да, после свадьбы или нет? В обычной жизни мы шьем вот из хлопчатой бумаги. Вот такие, ага. Еще этот вот бамбук есть, вот такое потом носить. Да. Ага. Этот в гости, у нас много, этот потом талбак, было же у вас? Да. Талбак, Мишка, сколько у нас талбак было? Когда это много, да. Потом это не один, а несколько потом наряды. Потом выйдут, потом вот так. А что это такое? А, вот так сделаю. А что это значит? Не знаю. Ну вот. То есть так держать? Вот, да, когда ты вот здесь вот такая специальная ручечка. Ага, да, тут смотри, какая вообще. Да. Ну я не делала, я не делала. Один. Ну, не так уж быстро, но... А, в смысле? Привет. Ну, давай, делай. То есть, если толбак, то, что я тебе рассказывала вчера, там, да, к маме или к тете она приходит. Супер круто. Вот, то каждому платью свой вот такой... Вот эта же штука к каждому платью. Да, каждому платью, да. Здесь еще ну, невестка делает поклоны, то есть она весь вот, ну, в течение всего толбака она должна всем кланяться. Медленно. А, еще у них эти фата, да? Да, царь есть и с этой, да. И вот она с этой фатой, она так медленно так кланяется. Белая фата. Нет, белая, красная, у каждого платья. Вот если этого черный с красный какой-то вот такой. Она должна все время... А, и она, значит, переодевает
наряд. Угу. И вот, еще вот так сделать. И кланяется. Значит, всем поклонилась, показала, идет опять переодеваться. Там через час новый. Новый наряд и снова поклонилась. Вот который новый наряд, который много блестящий. Это потом очень хороший, да? Да. Да. Еще это здесь, я это покажу. У нас еще с маленькими кусочками тканями вот такой дастархан сделали, который невестка должна это сделать. Это на ней было? Это вот вот курок. Курок, который. На ней этот блюдцу ставят невестки, все это сделают, гости ходят. Это называется скатерть невестки. Она непрактичная в том смысле, что на нее не ставят еду. А что? Подожди, что? Ну вот если она идет в гости, да, она с собой что-то приносит. Да, да, да. Ну, хлеб, какие-то там угощения. Вот, она это все заворачивает вот в такую удивительно. Такую специальную скатерть невестки. То есть она должна ходить там не просто с какой-то с кулечком, а вот так. А с пластиковым пакетом. Да. А вот должна быть вот такая. А она потом хранится в семье и передает это по наследству или нет? Нет, иногда вот делает, да. Иногда да, иногда нет. У меня вот такое есть. Если моей девушке понадобится, я дам. Если до них это остается, так это традиция. И у меня есть в сундуке воспоминания, вот есть у меня вот такой. А традиции меняются как-то? Да, сейчас еще это новые, вот это, не это у меня когда была вот другая еще, вот здесь и новые материалы, новый фасон. Угу. Когда-нибудь, если новый не будет. А, вот. А вышивка, это ткань была, да, с вышивкой? Нет, это фуфор, это вышивается. А кто вышивает? Лола вышивает. А, это вы прямо вышивали вот да, это? Да. Обалдеть. Ага. Ты пробовала такое? Она там на машине. Да, но Лола вообще берет, как бы она все не вырисовывает. Она, например, там контур сделает, и потом берет так раз. Твой корема мель. Работа мало, но человек, который работает, много. Человека много, работа мало. Потом все вручную мы сделаем. Красивый, смотри, какой красивый. Да, платье какое? Оно просто просто прямое. Да, нет, лучше тогда платье. Оно как висело, не в обтяжку, и без всего просто дырка для головы и дырка для головы. Летучий мишка. Просто мешок, да? Вот такой, да. Еще длиннее. Чтобы колено закрывало. Хорошо. Да. Вот так? Да. Подлиннее. Локти. Вот так. Вот так? До локтя, да, но вот где-то вот так. Чтобы он был пошире. Хорошо, 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 сделай. Майла рахмет. Рахмет. Саломат, дошли. Шмобая. Или пока смокорот, он рижен, то худо слово. Прямое, нераскрешенное. Хорошо, просто мешок. Трех укольный. Да, да, да. Хорошо. И чтобы сзади не было никаких уточек. Нет, нет, нет. Ну, как футболка, только поглубже можно. Поглубже, чтобы да. Чтобы глава прилетала. Да, 16 да. Можно, да? Ну, но, можно, да, 16. Ну, давайте. Можешь вместе носить и платье? Да. Да. Очень красивая ткань. Просто здесь уже 3 метра, по-моему. Да, а что это за ткань? Это обычная... Обычная... Ну, в смысле, не синтетика, да? Нет, нет, 100% хлопок. Ага, ну давайте тогда еще штаны. Ну, я думаю, я влезу в них. Да? Да, вполне. Вполне. Если хотите, по-узки сделать. Не, узкие не надо. Я люблю, чтобы много. Да, вот чтобы так. Только вот бантик можно не делать. Нет, не сделаем. Вы можете с футболкой? Да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, завтра тогда еще приходите, я это сделаю. Поэтому. И как заливать я пахчу. Треугольник. Да. Как мешок. Да. Ну, оденьте. А, это... снимайте, ага. Оденьте. Хорошо. А зеркало есть, да? Зеркало есть, внутри это в комнате зайдите. Ну, потому что они в любом случае. Хорошо.
Спасибо, очень хорошо. Вам нравится? Мне очень нравится. Как мешок же? Да, да, я только такие ношу, мешки. Ну, вам идет. Спасибо. Спасибо большое. Носите на здоровье. Мы рады, что вам понравилось. Очень понравилось. Thank you.